Какие мне нравятся девушки? Она не в моем вкусе. Лучше бы спасибо сказала, чем падать на меня. Я пишу сценарий в свободное время. И что ты уже написал? Одну романтическую историю. Вы, наверное, думаете, почему я такой радостный? Мне просто нравится, как она обнимает меня. Завтра у меня день рождения. Придумай что-нибудь интересное. Только смотри, не разочаруй меня, а то заявщица. Ты в порядке? Положив голову мне на плечо, она словно сделала шаг, чтобы стать ближе ко мне. Опять с ним встречалась? Мы же это обсуждали. Не обнадеживай его зря. Не будет сложно. Солнышко мое, я все понимаю. Ночью улетаю. А когда ты вернешься? Через год. Только обещай, ты сделаешь все так, как тут написано. Почему она это сделала? Может, ей нужно время, чтобы определиться в своих чувствах? Спасибо за те мгновения. Не живи в прошлом. Ты должен идти вперед. Каким будет финал нашей истории? Вы верите в судьбу? Я верю. Смотрите на канале Елерна.